Украинские вооруженные силы, проводящие зачистку оккупированной российской оккупационной армией территории, в одном из домов захватили в плен русского солдата. Представляем вам кадры операции. Сколько людей в доме? Кто в доме? Кто в доме, блядь? Все, одному пизда, один двухсотый. Сердечный. Дима. Дима. Фамилия, имя, отчество. Дима. Абросимов Николаевич. Еще раз. Абросимов Дмитрий Николаевич. Да, Дмитрий Николаевич, из какого месяца года рождения? 17 апреля 97 года. Понял. Че сюда приехал? Меня нас привезли вчера сюда. Откуда привезли? С той стороны. Ты с ДНР приехал или откуда? Или с ЛНР, или с России? Откуда ты приехал? С ДНР. Ты с ДНР? Раз привезли сюда, против нашей жены. Ты боец ДНР, я так понимаю, правильно? Проходишь там службу? Нет. А что ты там делаешь? В общем, я собрался на работу, и мне приехали, забрали сюда, сказали, воевать иди. Ну, против кого воевать? Сказали просто воевать против Украины и все. А нахуя ты пошел? Они сказали, если не пойду, посадят в тюрьму. Я испугался. Сильно? Да. Ну теперь будет охуительно. Ты дома? Мы тебя рады приветствовать, блядь, в Сумской области, друг ты наш сердечный. Ну уже не переживайте, они завалили. Видишь, вашему седьмому не так повезло, блядь. Так что давай башню вниз.